Мы находимся, эта площадка называется, мы сделали ее уголок отдыха для жителей. Председатель ТСЖ, в чьем ведении находится дом на севере Енисейской 44Г, не без гордости показывает свой двор. Каждый год здесь появляется что-то новое. Этим летом обустроили зону для отдыха жильцов в греческом стиле. Здесь и рожденная Венера на фоне Парфенона, и фиванские женщины Диониса. В ближайшее время установят кованые лавки. До этого обустроили детскую площадку. Очень хотели сказать выразить благодарность главе нашего города, что имеем возможность, что благодаря этому конкурсу улучшать свои, значит, мало того, что улучшать, получать красоту, любоваться на нее и плюс еще зарабатывать деньги, которые можно еще потом дальнейшее тоже использовать, опять же, на благоустройство. На создание уютного двора жители постигнула победа в городском конкурсе на самый благоустроенный район в 2014 году. Тогда на выигранный грант удалось обустроить баскетбольную площадку. Асфальтовое покрытие заменили на прорезиненные плиты. Дети довольны. У нас много соседних дворов ребятишек приходят, как бы играют. Новая площадка. Каждый выходит, помогает, что-то делает. Вот. Вместе обсуждают, как, что нужно сделать, как улучшить. Учитываются пожелания каждого жителя и детей, и более взрослого поколения. Приходят люди с соседних домов, ее просят поучаствовать, чтобы она заходила и на их территорию, забирала дом обслуживания. И я думаю, что редко мы найдем в городе Красноярске, наверное, человека, который начинал с одной дворовой территории. И сегодня все эти дома принадлежат именно или находятся на обслуживании именно в ТСЖ «Дом на Каче». В этом году на участие в конкурсе в мэрию поступило почти 4500 заявок. Это в 4 раза больше, чем при запуске проекта 2 года назад. Сегодня закончился первый этап. В следующий прошел и двор на севере Енисейской. В случае победы жители решили обустроить площадку с тренажерами и спортивными снарядами. Насколько их проект окажется удачным, узнаем в конце августа, когда подведут итоги конкурса. Станислав Карпович, Алексей Горов, Афонтово. Новости.